нужен склад для хранения большого количества товара, требуется надежный гараж для спецтехники, необходимо быстро организовать выставочный павильон или спортивную площадку, решение есть. Это металлотентовый ангар. Такая конструкция пользуется сегодня большой популярностью, потому что обладает рядом неоспоримых преимуществ. Быстрая возводимость, возможность демонтажа здания и возведения его на новом месте, относительно невысокая цена по сравнению с капитальным строительством. О том, как делают тентовые ангары в Казахстане, расскажем в сегодняшнем выпуске. Быстромонтируемое здание ангарного типа состоит из стального каркаса и укрыто светопроницаемым тентовым полотном ПВХ с защитой от ультрафиолета. Преимущество подобных сооружений из легкометаллических конструкций состоит в том, что при их возведении не требуется фундамент. Вкупе с наличием легкомонтируемой модульной конструкции это обеспечивает быстрый и надежный монтаж. Металлоконструкции таких ангаров, или так называемый скелет, изготавливается из профильных стальных труб, которые обрабатываются специальным антикоррозийным покрытием, благодаря чему они выдерживают низкие температуры. Соединяются они между собой болтами и фасонными элементами. Покрытие верха представляет собой единое целое полотно, выполненное методом тепловой сварки из специального армированного тентового материала, который является износостойким и нейтральным к различным маслам и бензину. Тент натягивается на арочную конструкцию, которая обеспечивает его равномерное натяжение и износ. Это казахстанское предприятие уже более 6 лет занимается производством металлотентовых ангаров. Все начинается в проектном отделе. Проектировщиками на основании технической спецификации договора разрабатывается полный пакет проектной документации согласно действующих ГОСТов и СНИПов, а также составляются ведомости материалов. После чего материал поступает на склад завода, где обязательно проходит входной контроль на качество и соответствие сертификатам. Пакет рабочей документации поступает в цех производства металлоконструкций, где мастер заготовительного участка выписывает со склада металл согласно ведомости. Сырье поступает на заготовительный участок, где его шлифуют, режут, сверлят и гнут. Далее заготовки поступают на сборочный участок, где они соединяются друг с другом при помощи полуавтоматической сварки. Затем сваренные конструкции переходят в цех покраски, где они грунтуются и окрашиваются эмалью, после чего поступают в сушильную камеру. После тщательной сушки элементы ангара проходят нормоконтроль аттестованным инженером ОТК и следуют в упаковочный цех. После упаковки конструкции вывозятся на складскую площадку завода. Параллельно в цехе сварки ПВХ происходит раскрой и сварка тентов согласно чертежам с последующей упаковкой. Все ангары комплектуются метизами, гаечными ключами, а также инструкцией по сборке. Все это упаковывается в ящики, пломбируется. Готовая продукция отправляется либо на склад, либо напрямую заказчику.